Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы с вами будем качать титул. Решил я его прокачать, посмотреть, какие же статы в итоге нам дадут и что для этого надо. Немножко я уже качал, вам показывал. Нам надо и золото, и мана для прокачки, поэтому сейчас будем, наверное, бегать еще и в рейды фармить. А даже не будем в рейды фармить, попробуем пропускать волны. В принципе, у меня должны быть пропуска, чтобы долго не заморачиваться, потому что хотя можно и в рейды бегать, тут в рейдах особо злобных нету. Такс, поехали. Вот эти вот статы, они добавляются к героям, атрибутам героев. Жизнь, атака, скорость, там, по-моему, точность, крит урон, крит удар. Тут разные вариации, я не знаю. Сейчас будем смотреть. В общем, следующий этап, видите, нам надо 5800. Дальше поехали. Ну, как-то так скачет. 870. Ну, плюс еще жизнь. Плюс 300 атаки. Вот если посмотреть на героя. Вот у меня плюс 26917. Сейчас мы сделаем следующую прокачку. Не хватает золота, блин. Что-то продавать. Делаем вот так. Все равно мне тут это по сути не надо. Так, что у нас дальше в итоге получается? Давай, куда я захожу? Вот сделали плюс 300. Вот 27017, видите? То есть это добавляются именно статы к вашим героям. И это, конечно, печально. Потому что без донатов догнать донатов... Ну, то есть разрыв, вы сами понимаете, в чем будет. Без донату сложнее будет это все прокачать, так как у него силы меньше. Он не сможет себе это все позволить. Вот уже значки почета пошли. Вот. Золото, значки почета. Интересно, что же будет дальше. Маны. Ну, мана у нас есть. С маной у нас проблем нету. Так, смотрим дальше. Золото. Мана. Значки почета все больше. О! Вот, ребятушки, для чего нам надо вот эти новые итемы. Мы к этому дошли. В общем, теперь все понятно, для чего надо будет фармить новую локацию. На определенном этапе это на какой? Это пока у меня на 20к, у меня уже есть потребность в новых ресурсах. Сейчас мы посмотрим. Видите, так не пишется, нельзя посмотреть. Но нам уже его не хватает. То есть у нас получается 30 штук надо. А в локации я прошел, сейчас посмотрю, сколько я тут заработал. А эту так уже нельзя посмотреть. Такс. Я не помню, сколько там в мешках дается. Какие награды, сейчас я поищу. Ну, видите, загвоздочка. То есть для прокачки нового... Ну, по сути, титула для новой прокачки... Нам нужны будут эти итемы. Сейчас я зайду, гляну. По заставке я делал заставку. Так, там где 6, давали нам 5. Ну, то есть, по сути, там, наверное, 10. Так оно где-то получается. То есть, надо хотя бы минимум будет фармить 2 дня. Для того, чтобы зафармить следующий этап. То есть завтра, или, ну, точнее уже сегодня вечером, мы откроем следующий левел и посмотрим, что же в итоге у нас получится. Пока, как видите, дальше не получается. Ну, статы, если посмотреть по статам героев, тоже довольно-таки неплохие. Это при том, что у меня титул... Прокачка на 24к. Дальше идет процентуалка. Плюс-плюс.
видите, дальше. Дальше пока 15%, нифига себе. Неплохо. То есть это окончательная сумма получается у нас 30%. Нифига себе. Здесь 30% на лям 800. Но сюда надо, наверное, будет качать очень долго. Очень много надо будет ресурсов, чтобы докачаться. Так, что у нас тут 15? Ну, разница на 800, а тут уже по 30. Мне интересно посмотреть архидемона. Плюс 2300. Ну, вот на 6 миллионах, конечно, статы плюс 400к. Но это, наверное, скорее всего, общие статы будут, потому что если каждая прибавка, она вряд ли будет у нас суммироваться. Плюс 30% на архидемоне. Просто мега, мега круто, я вам скажу. Но сюда, наверное, дойти будет не так просто. Если мы сейчас зависли на вот этой прокачке, то надо будет эту локацию фармить и днем, и ночью, и всегда ее не пропускать, по-другому получается никак. То есть в итоге вы зависаете на определенном левеле и ждете этой локации. Непонятно, каким образом, сколько она будет, но мне кажется, что она будет раз в месяц. Скорее всего, не чаще. То есть 12 дней она идет, 12 плюс-минус дней перекур и таким вот образом. Я думаю, вряд ли они ее будут запускать каждый там раз, как только она закончится. Может быть, здесь где-то есть 12 дней. Тут что-то 10, это 10 героев, наверное. Так, ну и в принципе все. Вот таким вот образом получается. Кстати, интересно, награды здесь все тоже. Таким вот образом получается у нас, что эта локация идет. Мне интересно будет, что будет через 6 часов, когда начнется новый день. Получается, эта локация будет самая основная сейчас для фарма, для всех, причем для донатов, для без донатов, потому что статы, которые дают здесь, реально очень крутые, и пропускать ее тоже неохота, потому что, ну, такого вы отстанете в развитии. С другой стороны, для без доната, что есть эта локация, что ее нету, он не сможет и по силе далеко продвинуться, ну, плюс-минус он сможет продвинуться немножко, но будет опять же разрыв. И по фарму новой локации, я думаю, дальше будет намного сложнее, донатам будет проще, но я показал вам, что нужны герои именно с замедлением. То есть замедление сейчас будет самый топчик для этой локации, чтобы убивать демона. Ну, а дальше, ну, хз, ребят, ну, реально, с такой обновой, блин, с этим талантом я сейчас буду выбивать, пробовать этот талант и тестировать его. Но я что могу вам сказать? Это печаль. Это реально печаль, потому что ты понимаешь, что сейчас опять начнется прокачка, перекачка, и оно нафиг никому не надо. Реально, я уже даже задумываюсь над тем, что просто забросить. Я думаю, многие, ну, я не думаю, я знаю, что многие ребята, вот, новые таланты, его можно получить, как видите, без проблем. Задумываюсь над тем, что многие уходят, и реально, вот то, что они вводят такие обновы, да, они там поменяли некоторые награды, я еще хочу пофармить, попробовать подоставать сейчас, сделать вариант 9 рунки на 9 талант. Но все, что я могу вам сказать, это писец. Талант поменял, сейчас перевернет, наверное, очень много прокачек. Два новых героя. Кстати, супер питомец, я так его и не посмотрел, и вам не показал. Говорил и не допоказал, как он выглядит. Сможет, попробуем, может, вытащим его, если повезет. Вряд ли. Все может быть. Оу, есть. Оу, Майк. Вот так он выглядит, ребятушки. Новый супер питомец. Ждите обзорчика в действии.
Что он может, я вам тоже расскажу. Ну, в общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосов. Всем удачи, всем пока.